Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем кормушку Рио. В набор входит клей, наждачка, 63 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Вторую стенку собираем по аналогии. Для того, чтобы подвесить кормушку, я нашла дома ненужный шнурок. Обращаем внимание на отличие деталей. Thank you.
Готово! Собранную кормушку вы можете повесить в любом месте обитания птиц. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!